В воскресенье днем в двухэтажном деревянном бараке в Кировском районе произошел небольшой по площади пожар, в котором, однако, едва не погиб человек. Это хозяин комнаты в деревянной коммунальной квартире. Спасли соседа, проживающие за стеной. Когда дым, заполнивший общий коридор, стал сочиться из-под дверей, жильцы кинулись искать его источник, попутно сообщив о пожаре в службу спасения. Дверь к погорельцу жители дома сломали своими силами еще до приезда караулов. С костром на диване тоже справились самостоятельно, выплеснув на него несколько ведер воды. Сообща, эвакуировали из задымленной комнаты и пострадавшего мужчину. По оценкам медиков, у него обожжены 30% площади тела. Преимущественно пострадали нижние конечности. Судя по всему, горожанин сам виноват в случившемся. Он спал на горящем диване, а постель загорелась от непотушенной сигареты. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.